Здравствуйте, с вами Екатерина Ралдугина и познавательная рубрика «Слово-опрос». В этом выпуске мы узнаем значение выражения «собаку съел». Но для начала спросим у котлашан, знают ли они, что означает этот фразеологизм. Генеральный спонсор нашей рубрики – книжный магазин «Территория». Любишь читать? Приходи в книжный магазин «Территория». Огромный выбор книг для занимательного досуга или учебы, а также отличная подборка настольных игр и канцелярии. А за покупку от 500 рублей получи дисконтную карту. «Территория» на первом этаже ТЦ «Адмирал». Знаете выражение «собаку съел»? Не знаете? Да. Знаете, что оно означает? Знание предмета, о котором спрашивают. Много дел сделал. Очень много знал. Я так понимаю. Ну, опыта набрался. Типа уже изучил вдоль и поперек. Не знаю. Значит, знает что-то там. Собаку съел. Ты знаешь значение выражения? Ну, людей. Плохая шаурма. Фразеологизм «собаку съел» означает «стал мастером в каком-либо деле, приобрел опыт и знания». Еще так говорят об эрудированном человеке, профессионале высокого класса. Это выражение является частью поговорки «собаку съел, а хвостом подавился». Смысл ее справился с самым трудным делом, но не смог одолеть какую-либо мелочь. То есть изначально пословица имела явно иронический, насмешливый оттенок. Изучайте значение слов, расширяйте лексикон. Пока!